1 октября в России вводится обязательная маркировка для ряда товаров, кормов для животных, ветеринарных препаратов, растительных масел и безалкогольного пива. Данные товары, если они производятся после 1 октября 2024 года, либо ввозятся в страну, то они должны быть промаркированы специальным знаком. Ну, я думаю, все видели, да, этот специализированный штрих-код, который, например, на молочной продукции тоже есть. И, соответственно, продавать данные товары можно будет только при наличии такой маркировки. Если же данные товары были введены до 1 октября 2024 года или изготовлены, то продавать их можно до окончания срока годности на них. Автовладельцы смогут отслеживать всю информацию о своих страховках в режиме реального времени и на одной площадке. С октября в России начинает работу единая автоматизированная информационная система. У нас внесены изменения в законодательство об ОСАГО, обязательное страхование автогражданской ответственности. Но сразу скажу, новость хорошая. Во-первых, не говорят о повышении цены, да, что само по себе позитивно, а во-вторых, самим автолюбителям ничего делать не придется. У нас меняется законодательство в части электронного документа оборота между автовладельцами и страховыми компаниями. Да? Повышаются возможности обмениваться по электронке документами. То есть с 1 октября у нас вступают в силу новые бланки извещения ДТП, которые предусматривают специализированный QR-код. И вот с 1 января 2025 года, воспользовавшись этим QR-кодом, автолюбители, попавшие в ДТП, смогут заполнять извещения и прочие другие документы, связанные с аварией, в электронном виде, скачав соответствующее приложение, да, то есть это, ну, как бы упростит взаимодействие со страховыми компаниями. Еще одно изменение для автомобилистов. С октября сразу на 70-85% повышается утилизационный сбор на машины, ввозимые из-за рубежа. В последующем сбор будет увеличиваться на 10-20% ежегодно. Суть утильсбора в том, чтобы стимулировать иностранных производителей, к числу которых в первую очередь сегодня относится именно китайский автопром, да, который заполонил наш российский рынок, стимулировать их осуществлять строительство, да, автомобильных заводов именно на территории Российской Федерации. За самый скромный автомобиль, возимый из-за рубежа, с двигателем объемом до 2 литров, на сегодняшний день утильсбор составляет 300 тысяч рублей. Но с 1 октября данный утильсбор составит у нас 556 тысяч рублей. А со следующего года повышение станет вообще 667 тысяч рублей. И, соответственно, чем больше двигатель, тем выше утилизационный сбор. За машину с двигателем 3,5 литра утильсбор составит 1 миллион 800 тысяч, а в следующем году более 2 миллионов рублей. Эту сумму придется заплатить при ввозе автомобиля в дополнение к прочим таможенным платежам. По оценке автоэкспертов, все это приведет к росту цен на автомобили, а также на услуги, связанные с транспортом. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.